Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где уже буквально, наверное, через минуту-другую стартует игра 12-го тура высшего дивизиона, в которой встречаются Нева и Интер. Матч этот перенесенный, поскольку так-то календарный тур 21-й нас ждет в выходные. Ну а сейчас в праздничные дни играются доигровки, пропущенные матчи. Вчера уже один состоялся, и был он в прямом эфире. ЦДК и Терминатор разошлись боевым миром 3-3. Очень хорошая игра получилась, и таким образом Терминатор 50 очков набрал, ЦДК 48, но у Терминатора игра в запасе. Терминатору сегодня также предстоит выйти на поле через пару часов в матче против Беды. Этот матч в эфире показан не будет. Ну, а вот эта игра, которая начнется сейчас, встреча Невы и Интера, на ваших экранах, вашему вниманию, ворота Невы. Слева она в белой форме, ворота Интера справа, он играет в оранжевых майках, давайте будем так это называть, ну, а по факту в кофтах. И сразу же момент у ворот. Да, Невы, гол! Вот это да! Вот это начало матча. И казалось бы, что уже упустил свой момент Алексей Мишин, это был, да. Казалось бы, уже упустил. И Вадим Пронкин мяч поймал. Затем Пронкин выпустил снаряд из рук. И там я даже не понял, как произошло, потому что уже переводил взгляд, но то ли в защитника попал, то ли просто он так отскочил и залетел в ворота. Обиднейшая ошибка Вадима Пронкина. Ой, Вадима Пронкина, конечно, прошу прощения, если слова плохих, заговариваюсь. Голкипера Невы, ну и вот такое обескураживающее начало. Можно было бы сказать, что Интер забил, не дав Неве потрогать мяч, но в том-то и дело, что... В том-то и дело, что мяч голкипер не то что потрогал, а даже забирал в руки и был обязан, конечно, в этой ситуации даже не выручать команду, а, ну, наверное, правильнее будет в данном случае сказать, не привозить, но что получилось, то получилось. И ведь сегодня, какой нюанс, сегодня у другого голкипера Невы, у Заура Закарьяева день рождения. Тем не менее, в воротах плохих, ну и начал он откровенно плохо. Вот тут из песни слово «не выбросишь». Ну и давайте к составам сейчас после этого момента. Здесь еще удар, и мяч в ближний угол шел, но свалился немножко. А это бил-то Руслан Нахушев. Не кто-нибудь. Но в ближний он не попал. Ну и как-то не весь, сейчас надо приходить в себя, и мы все-таки с составами, давайте разберемся. Тут штрафной зарабатывает как раз тот человек, зарабатывает Антипов, думал я, Пронкин, но Пронкина сегодня вообще нет у Невы. Вот Артем Антипов по фактуре немножко похож, но играет пониже, и штрафной для Александра Гамбердиева, после него уже о составах команд. Но удар у Эгамбердиева не получается. В воротах, еще раз говорю, Станислав Плохих у Невы. Два защитника. Это Павел Котов, номер 17, и Тимур Бураев, номер 3. В опорной зоне Дмитрий Лушников, у него 23 номер. Над ним Артем Антипов под номером 10. Справа играет под восьмым Юрий Татаркин. И слева Александр Гамбердиев под седьмым. А на острие атаки Сергей Ничушкин. Мне тут не записали мне запасных, но разберемся по ходу матча. Здесь я вижу Игоря Ишутина, я вижу Сергея Соколова.
А Вадим Пронкин тоже здесь. Как раз он в запасе находится. Но там больше запасных. Я вам по ходу дела их представлю. Ну, а что касается Интера, то он в следующем сочетании начал эту встречу. Ворота под 61-м номером Евгений Костенко. Трио защитников Владимир Колесников, номер 74. Константин Кадеев, номер 89. И Руслан Нахушев, он играет 11-м номером, слева направо они располагаются. Еще удар по воротам плохих, по-моему, задевает мяч. Николай Липаткин под 17-м номером в центре действует. Артем Ковалев под номером 13 играет правее в получить. Алексей Мишин под номером 23. Я так понимаю, что на него был все-таки гол записан. Он слева. И Артак Григорян, 77-й номер, на острие атаки. Интер вот своих запасных указал. Ну, их, собственно, три человека, на самом деле. Голкипер Эдуард Батыгин, Вадим Евсеев и Игорь Шестаков. Такие вот запасные, о которых любая команда, в общем-то, мечтает. Ну, Интер может позволить оставлять себе таких футболистов в запасе и уже вести в счете, несмотря на это. Посмотрим, появится ли сегодня Заур Закарияев на поле. И не пожалел ли Александр Куненко уже, что он не выпустил именинника. С другой стороны, я думаю, что Станислава Плохих и тренерский штаб, и команда, безусловно, поддержат. А если Неве удастся сегодня переломить ход противостояния и... то над этой ошибкой только посмеются затем команде. Комментирует встречу для вас Александр Седов. Здесь был полный мяч, считается, у Интера, и Нахушев, хотя Мишин там лежит. Ему досталось прилично. Сейчас будет. Дмитрия Лушникова подзывает Юрий Тихомиров, главный арбитр встречи. Александр Седов, комментатор, Афонин, оператор и сегодняшнего матча, и режиссер трансляции, скажем так. Ну, первое предупреждение на 7-й минуте. Сколько событий? Да, минутка всего лишь 7-я. Дмитрий Лушников жестко он Мишина встретил. Продолжил, потому что Нахушев был с мячом, прошу прощения, и Нахушев классно обыграл следующего соперника, но большего извлечь не смогли из этой ситуации футболисты Интера. Ну, а желтая карточка опорному полузащитнику. Для него это, конечно, неприятно, как и для самого Лушникова. Ну, а у Интера потенциальная возможность затем заработать удаление для соперника. Лушников, в общем-то, внушает совершить. Как еще играть? Только так. Поле сегодня достаточно неплохого качества, но очень мокрое. И временами это будет футболистам мешать достаточно серьезно, потому что иногда мяч застревает в лужах. Причем кое-где еще, можете видеть, лежит снежок, он остался. Хотя в целом все либо растаяло, либо было убрано, но вот чуть-чуть есть. Ну, пока вот такого класса команды играют, да, что пока нет ощущения, что им что-то мешает. Вижу, готовится у Невы замена. Первый человек, которого я не представил еще.
Никита Сергеев отправляется на поле. Это будет, безусловно, замена в оборону, потому что, наверное, видит Александр Куненко, что не справляется его подопечные с атаками Интера, но здесь, мне кажется, не только у центральных защитников проблемы. С другой стороны, может тут перестроение случиться, например, Тимур Бураев пойдет на бровки играть вместо Юрия Татаркина, например, как вариант. Но пока Татаркин получает мяч от Антипова, играет направо, не точно, но не Чушкина. То есть перехват от Константина Кадеева, тот Григоряну отдает, Григорян ставит на Хошева в касание. Мишин опять тут ему почти досталось, но упал не он, а его оппонент, как раз Юрий Татаркин. Мишин что придумает? Ничего не придумает, назад играет Кадеев. Нахушев. И ему достается немножко. Прокинул мимо Артема Антипова мяч, тот зацепил. Ну и Нахушев не стал продолжать, поняв, что упускает за боковую. Ну и вот смотрите, действительно, Юрия Татаркина меняет Никита Сергеев. Думаю, что так и будет, что Тимур Бураев пойдет играть по правой бровке. Ну а Никита Сергеев с Павлом Котом составит ставит пару центральных защитников. Нахушев, по-моему, сам себе немножко заплел ноги во время разбега. И, может быть, поэтому не до конца получился у него удар. Но, опять же, Интер атакует. Интер пока в очень спокойном режиме играет. И здесь, думаю, что игра бы и была не забита. Но он уже ведет в счете, конечно, еще. Больше раскрепощает футболистов в оранжевой форме. Вижу я Владимира Правского на скамейке Интера. Ну, вернее, недалеко от нее. Но он там не в форме игровой. Поэтому я так понимаю, что играть он не будет. Но он и не в заявке сегодня. Сергея Филина нет. Тут Наталья Зеленина на месте. Интер, кстати, одна из команд Северной Лиги. Момент забыли. Ну, как-то абсолютно Владимира Колесникова здесь. И он просто не попадает в створ, а Станислав Плохих выговаривает сейчас. И, в общем, прав выговаривает своим партнерам, потому что попади Колесников, и шансов было бы очень мало у Плохих здесь отразить. Только если бы удар совсем не получился. И смотрите, ну не доходит совершенно мяч до Евгения Костенко. И Нева вроде пытается атаковать, но даже к штрафной у нее не получается подобраться. Вот так вот только разыгрывают низом через дом, но это опять же сразу под прессинг Интера попадает футболисты Невы. И с этим прессингом не справляется. Но здесь падение, конечно, Артема Ковалева немножечко на публику. В том плане, что мало ли, может быть, там сейчас Юрий Тихомиров назначит пенальти. Но на самом деле всерьез и сам Ковалев здесь на 10-метровый не претендовал. Ну и, конечно же, нет в этом эпизоде. Это достаточно очевидно. Гембердиев, вот сейчас может получиться момент, убрал он на приеме Колесникова, действительно, но и в итоге такой полуудар, полунаброс хоккейный на ближнюю штангу, где был Сергей Нечушкин, в итоге Костенко, по-моему, вступил в игру, или же защитник выбил, но суть, Кадеев это был, но суть в том, что угловой заработала Нева, стандарты у Невы, это очень опасно, но Интер умеет против стандартов обороняться. И здесь выбит мяч из штрафной достаточно просто, достаточно легко. Но Нева еще и в позиционную фазу свою атаку привела. В итоге Артем Антипов попробовал из-за штрафной ударить. Створ не попал. Ну, хоть как-то надо пытаться что-то сделать. И теперь у Интера готовится замена. Игорь Шестаков готовится вступить в игру. И заодно представлю еще одно действующее лицо сегодняшнего матча. Я его не представил, когда
Остальные закрывал протокольные мероприятия Игорь Елисеев, резервный арбитр. Он следит за временем, за табло, выпускает запасных, ну и на бровке помогает арбитру всячески во всех эпизодах, что он может увидеть. Арбитру, который в поле работает. Напомню еще раз, Юрий Тихомиров, один из самых авторитетных арбитров Северной Лиги, обслуживает игру. Нахушев Григоряну, Григорян штрафной, до удара не доходит у него, доходит у Липаткина, но не доходит до плохих. Тут Нева в две линии сейчас выстроила редуты, расставилась и не пустила к своим воротам соперника. Ну, а в данном случае мяч еще не пустили футболисты Невы. Интер продолжает планомерно давить на половине соперника. Здесь Слушников на грани, но не за гранью. Идет во вбор Куклишина, а это Артак Григорян промахивается из убойного положения. Вот так вот он оказался здесь сейчас с мячом на ударной позиции. И, конечно, ну, надо было Артаку здесь вообще забивать, но хотя бы в створ-то попасть. У Артака не получилось. Вообще, конечно, Григорян получается форвард достаточно неоднозначный. И мой коллега Кирилл Разумовский в обзорах это отмечал. Я сейчас открою специально его статистику, чтобы предметно вам привести данные, потому что ну, здесь действительно очень интересный нюанс. Вот вроде бы Артак Григорян бомбардир, во-первых, лучший бомбардир Лиги Чемпионов, забивший в 6 матчах 15 мячей. Во-вторых, у него 31 гол в высшем дивизионе Северной Лиги в этом сезоне за 18 игр. Великолепная статистика, и он борется с Виталием Гурцкая, но которого вообще очень сложно, конечно, опередить за звание лучшего бомбардира. Ну, Григорян борется. Вот сейчас он с мячом там лежит. Кто-то с футболистов Невы, по-моему, да, и из-за этого игра остановлена. Это Сергей Нечушкин. Нет, это Александр Гамбердиев. Лежит, но поднимается с помощью соперников. Все нормально, будет продолжать игру. Так вот, ну, допустим, если взять Лигу Чемпионов в этом сезоне, то Артак Григорян свои 6 голов, свои 15 голов забил в 3 играх. При этом он забил Мортону, который теперь «Авангард» называется, один мяч в 2 играх. Не отличился в играх с тройкой «Регион». Зато 14 мячей положил в ворота Куркина «Дежавю», команде, которая, во-первых, очков не набрала, а во-вторых, команде, которую «Интер» выиграл со счетом 14-0. Тогда «Гекса-трик» сделал Григорян, 6 голов забил, если кто не знает. А затем 8 голов он забил в матче, который 15-1 в пользу «Интера» завершился. И как этот трик называется, я, честно говоря, не знаю. Но суть в том, что большинство своих голов «Артак» забивает в матчах, где очень много забивает «Интер». Взять вот чемпионат. 3 мяча Стелли в первом туре. Затем ни одного гола в ворота «Терминатора» во втором. Дальше гол «Штурму». Не забил «Динамо», 3 забил «Пресня», была дальше техническая победа над «Тембанком», затем ничья с «Бедой» 1-1, Григорян не забивал, затем 4 мяча ворота «Тумана», тогда еще не снявшегося, дальше 2 гола «Голд Шарк», причем «Голд Шарк» тогда еще был, наверное, командой нижней половины турнирной таблицы, сейчас это уже коллектив достаточно крепкий, который почувствовал свою силу, но тогда «Голд Шарк», конечно, уступал. Еще не набрал оборот, был 30 октября. Дальше гол ворота ЦДК, вот это мы отмечаем, при том, что «Интер» проиграл 4-3. Затем дубль ворота МЗКП, ничего не забил «Азимут», «Интер» проиграл. 5 голов забил «Мекке», затем забил 1 гол «Легиону», не забил «Гефесту», 4 гола «Стелли», не забил «Терминатору» и 5 голов «Штурму». Представляете, Артак Григорян в этом сезоне топ-соперником забил 2 гола. Мортону, который пусть и не вышел из группы, пусть он, в общем-то, групповой этап Лиги Чемпионов неудачно провел, откровенно, все равно топ-командой остается. И ЦДК. При том, что ЦДК еще и «Интер» уступил в том матче.
Очень неоднозначная статистика, при том, что голов в целом Горян забивал огромное количество. Тем не менее, остается он лидирующим форвардом команды. Ну и другие игроки либо уходят, либо перестают ездить, потому что там, ну, те же Тимур Калижанов и Надар Кавторадзе, наверное, не чистые нападающие, но могут на острие атаки сыграть. Но Калижанов уже вернулся в ЦДН давно достаточно. Кавторадзе заявки Интер, но давненько его не приходилось видеть на поле. Григорян остается форвардом острия атаки. По сути, конкурирует, если так можно это назвать, с Сергеем Филиным, разве что. Но сегодня Филина нет. И, по сути, Григорян это менять особо некем. Здесь было нарушение. Лушников считает, что ошибается Коноплев. Коноплев, почему? Коноплев тоже Юрий, да, тоже арбитр Северной Лиги. Но судил он до этого сейчас на стадионе. Юрий Тихомиров, конечно, обслуживает матч, как я уже не один раз говорил. Заработал Липаткин штрафной, а если не был зафиксирован, у него могла бы опасная достаточно атака пройти. Атака стандарт от Интера, и это уже опасно. И там падают Григорян и Шестаков, но Григорян говорит, что Никита Сергеев его в спину подталкивал. И ноги придерживается арбитр. А Александр Гамбердиев разгоняет атаку. Невы. Подача. Штрафную. Там, по-моему, Вадим Пронкин уже появился. Если я ничего не путаю. Скажу, кто вот этот сейчас с мячом. Нет, да, это все еще Лушников. Там на дальней бровке меньше он кажется, чем есть на самом деле. 23-й номер. Да, и Невы. Вадим Пронкин пока не появлялся. Замена будет у Интера. Сейчас вернется в игру Владимир Колесников, который... Нет, не Владимир Колесников, он не уходил никуда. Артем Ковалев вернется в игру. И вот он как раз на позицию Артака Григоряна, на острие атаки. Пронкин вышел, у Невы тем временем, действительно, вместо Сергея Нечушкина вышел, по 19 номерам сейчас действует, и Гамбердиев, удар, и вот это было опасно. Вроде бы ничего особенного Нева не делала, вроде бы и оборона даже не вскрыла у Интера, но вот так вот, и Гамбердиев получил мяч сбоку от штрафной, получил возможность пройти, ударить, ударил, и было опасно, не попал в дальний угол, но это был момент, это был момент. Шестаков. Хорошая передача была. А, нет, я прошу прощения, это не Артем Ковалев вернулся в игру. Нет, это вышел на поле впервые в сегодняшнем матче. Еще один человек, который я вот не представил. Пятый номер у Дениса Калинина в Интере сегодня в заявке. Вот он на острие атаки сейчас играет. Причем он старается по всему фронту действовать, но приклеится к нему пока Павел Котов и не отпускает. А Никита Сергеев действует чуть повыше. Должен он не допускать мячи до единоборства Калинина с Котовым, если получится. Ну, а Котов уже персонально непосредственно по Денису действует. Посмотрим, насколько это будет эффективно. В целом Нева освоилась потихонечку на поле. Сейчас Антипов хорошо играл. Здесь фол, конечно, не было. Он успел отдать пас. Потом уже они столкнулись с Мишиным. Вариантов. Свободный удар. Начинает Юрий Тихомиров. Я не очень понял причину. Он объяснил, но я не услышал. Сам Юрий Татаркин, вернувшийся на поле, и Артем Антипов в стенке. Татаркин, кстати, Бураева заменил. Поиграл тут на бровке вместо Юрия. Не очень понравился Куненко, видимо. И вернулся Татаркин. Калет катит. Калинин назад возвращает. Ну, не очень удачный розыгрыш. Там Пронкин читал. Да, завести. Позиционная атака Интера продолжается. На дальнюю штангу. На рикошет угловой. Но удар уже был не очень удачный, поэтому
наверное, сейчас оптимальная для Интера. Идет подавать Денис Калинин. Проверю, не забыл ли еще кого-то я. Да нет, всех остальных футболистов Интера я вам назвал. Кто сегодня присутствует в заявке? А ух, какой дальний удар от Игоря Шестакова. Не так давно он Гефесту забил гол. Там, правда, конечно, не обошлось без грубейшей ошибки Станислава Станиславского. Но как раз Шестаков бьет, и вообще футболист бьет хорошо. Выносит мяч сейчас Станислав Плохих. Опережают футболист Интера соперников здесь, но за боковую лишь убивают, и Нева продолжит свою атаку. Попробует, по крайней мере, ее провести. Шестаков. У Интера тоже ничего особенно не получается в последнее время, но, опять же, эта команда лидирует в матче. Сейчас это главное. Если говорить о турнирной таблице, то Интер занимал перед туром шестое место, перед этим матчем, вернее, шестое место. У него 42 очка. У Невы на игру больше, значит, в таблице. Но это потому, что ей, как и Азимуту, уже записаны в этом туре технические победы. В туре, который будет на выходных, в туре за номером 21. Потому что Нева должна была играть с Туманом. Азимут должен был играть с Тембанком, который будет снят с соревнований из-за трех неявок по ходу сезона и двух подряд. Еще момент, Юрий Татаркин бьет слева и обводящий удар, но не докрутил мяч до ворот. Там Игомерди показал, что может быть угловой, но нет. Удар от ворот будет. Ну так вот, если вот ту техническую победу отрезать, то 43 очка было у Невы. Ну а так сейчас значит уже 46. 42 у Интера, то есть на одно очко по потерянным. Если матч закончится так, как он сейчас развивается, то, конечно же, Интер Неву в таблице обойдет. По крайней мере, по потерянным очкам. Еще на этих выходных команде Сергея Филина играть с Динамо. В первом круге Интер победил счетом 2-1, прошу прощения. Достаточно уверенно на самом деле, хотя долго дожать не мог динамовцев. В втором тайме забил два гола, потом пропустил один мяч, но этого Динамо не хватило, чтобы отыграться. И сейчас Интер, конечно, будет фаворитом. Динамо вообще не в форме, так не согласованно здесь между Плохих и Котовым, но все нормально. Денис Калинин был слишком далеко, чтобы здесь перехватить. Выносит мяч Плохих вперед. Не зацепится Пронкин, но к нему мяч все равно отскакивает. Эгамбердиев, еще обонящий удар! Евгений Костенко! Фирменный удар от Александра Эгамбердиева. Он со штрафных так умеет бить. Но блестящий Евгений Костенко одной рукой в красивом прыжке отражает этот удар. Было близко к тому, чтобы сравнять счет. Чтобы сравнялся счет в этот момент. И замена у Интера. Вместо Алексея Мишина Артем Ковалев возвращается в игру. Ну и такое ощущение, что Вадима Евсеева нет, который в заявке значится на игру. Иначе бы он уже наверняка был на поле. И я не вижу его там на скамейке. Хотя, возможно, и вижу, и момент у Игомбердиева. И он не попадает. Опять он считает, что Костенко сыграл. Костенко там больная, потому что ударился он неудачно, приземляясь. Есть Эдуард Батыгин, если что, напоминаю. Да, похоже, на копчик или на бедренную кость приземлился не слишком хорошо Евгений Костенко. Ну, вот видите, поле с одной стороны лучше, чем было еще две недели
недели назад, а с другой, и даже лучше, чем вчера, потому что вчера в снежок играли ЦДК и Терминатор, сегодня все растаяло, а с другой стороны, все равно жестковато и больно приземляться. Нахушев. 3 в 3 атака. Нахушев направо. Калинин гол. Калинин забивает. Как-то очень просто все делает Интер. И на 30-й минуте, в начале 30-й минуты первого тайма, Денис Калинин, лучшее место Артака Григоряна с передачи Руслана Нахушева, забивает второй мяч. Вот видите, Нева. Это ведь все-таки топ команды, безусловно. Григорян не забил, а Калинин отличился. Хотя сыграл вместо него, ну, 10 минут, наверное. Впрочем, еще будет время у Григоряна. Здесь Артем Антипов. Опять прыжок Костенко. Тяжело поднимается. Но, во-первых, на другую сторону он прыгнул. Ну и здесь без таких болезненных ощущений обошлось. Вот мяч игру Костенко. Пока даже не смотрит на часы Юрий Тихомиров. Хотя, как видите, стекло основное время первого тайма. Вот то, что я говорил, поле мешает сейчас точную передачу сделать Александру Гамбердиеву. Но, кстати, Интеру ничто не мешало. Нахушев играл вперед на Шестакова. Но здесь Татаркин прервал передачу. Конечно, никакой игры рукой там не было. Здесь уже Лушников не сумел мимо Липаткина мяч пробросить. И очередная атака Интер. Колесников. Шестаков. Колесников. Ковалев. И Нахушев касание. Блестяще играет Нахушев. Ни одного лишнего движения. Все четко, все по делу. Чувствуется и опыт, и мастерство, конечно, этого футболиста. Но здесь ему очень тяжело было успеть. В спину отдали, отдал ему партнер передачу. Так, Юрий Тихомиров там не забыл, что время-то истекло. Тут на самом деле нюанс есть. Табло не работает. И по контролю фундамент время идет. Ну, хороший футбол. Почему бы не дать командам поиграть? Не он убить, будет бить Лучников. И вот теперь первый тайм завершен. 2-0 Интер ведет у Невы, забив по голу на первый и последний минут тайма. И хотя первый мяч был курьезным, а второй очень легким, в целом преимущество закономерно. Ну и на этом отправляемся на перерыв вместе с командами. Приглашает Юрий Тихомиров команду на поле, и сейчас возобновится игра. Начнется ее вторая половина. Даже Валерий Нуров, который как болельщик или почетный президент Невы, выступает, помогает убирать лишний снег с поля. Вот так вот. Можете вы это сейчас видеть. Ну и что, сейчас Нева разыграет мяч из центра поля. Сергей Нечушкин вернулся на газон. И сейчас даст свисток Юрий Тихомиров. Ждет он, когда Евгений Костенко наденет перчатки. И второй тайм стартовал. Первая атака Невы эмоциональная, сразу резкая, но в руку мяч попадает в ней Артему Антипову. И это фиксирует Юрий Тихомиров своей судейской трелью. Не очень продолжительной, но достаточной, чтобы игру остановить. Как Артипов сейчас тащит мяч, и подкат Шестакова только останавливает, уже прострелил на дальнюю штангу Нечушкину, 10 номер, почти через все поле протащил. Давайте составы, в которых команды второй половины начинают, я озвучу. В воротах Нивы Станислав Плохих, два защитника Никита Сергеев и Павел Котов. У Сергеева 12 номер, у Котова 17. В опорной зоне Дмитрий Лушников номер 23, сегодня без замены играющий, пока в прошлом матче, между прочим, в запасе остававшийся на старте игры.
Юрий Татаркин с правой бровки есть. У него номер 8, у Лушникова 23, да, еще раз повторю. Александр Гамбердиев номер 7 по левой бровке. Артем Антипов номер 10 под нападающим. И на острие атаки Сергей Нечушкин, у него номер 11. У Интера Евгений Костенко в воротах. Справа налево действует сейчас такое сочетание защитников. Владимир Липаткин номер 17. Игорь Шестаков, нет, прошу прощения, Константин Кадеев, конечно, 89-й номер, и Руслан Нахшик номер 11. Игорь Шестаков вместе с Денисом Калининым действует, такое ощущение, в опорной зоне, по крайней мере, сейчас, да, по у Шестакова 99-й, у Калинина 5-й номер, выше играет Алексей Мишин, номер 23, и Вадим Евсеев, который все-таки здесь, да. Под 16 номером на острие атаки вышел в начале второй половины. Ну и Евсеев и ниже может играть, но и в атаке частенько оказывается. В Интере любит он там играть. И у него, кстати, Интер Милан шапочка. Еще, правда, в другой шапке тоже Интера действует и Шестаков, и Кадеев. Собственно, поэтому я их чуть не перепутал. Тем более, что у них и структура тела одинаковая, и габариты примерно одни и те же. И номера очень похожи, 89 и 99. Интер прибирает к своим рукам опять контроль над мячом, контроль над игрой, Нахшук на Евсеева. Тот, ну, толком не зацепился, и в итоге аут в пользу Невы, фиксирует Юрий Тихомиров. Котов, Татаркин. Длинный перевод, не всегда удобно на таком поле эти мячи принимать. Ну и не прошло. А здесь попало очень неприятно мячом Павлу Котову. Надо поприседать или попрыгать на пятках. Это лучший рецепт. Будем надеяться, что не слишком сильно прилетело, потому что еще и, видите, мокрый мяч, он тяжелее становится. И, конечно, когда больно, тогда больно. Сергеев, Нева, подобие осады устраивает, позиционное наступление, но достаточно бесхитростно это получается, но не так-то просто вскрыть оборону Интера. Интер сейчас в не самой плохой форме, достаточно команда нормально идет, хорошо выступает, была ничья недавно с Терминатором, в общем, ну, наверное... В полной мере потери очков это нельзя назвать, особенно учитывая, каков Терминатор в этом сезоне. Ну, а так Интер претендует, на самом деле, вплоть до борьбы за чемпионство. 7 очков от Терминатора отставания, и у Терминатора игр в запасе это много. Но если Интер будет побеждать, а Терминатор там пару раз потеряет очки, а он теряет, то будет уже всем иначе. Даже вот сейчас, если посмотреть, это я на таблицу взглянул и сказал, что 7 очков игра в запасе. На самом деле 8 очков, и никакой игры в запасе у Терминатора нет. Вот уже... Отставание сократилось. Досталось Константину Кадееву. По-моему, мячом ему попало по лицу. Может быть, рукой слегка. Опять же, мокро, холодно. И, ну, не очень холодно, но влага. Влажное поле. Идет наподобие снега с дождем. Дождя со снегом, снежного дождя. И это, конечно, такой промозглый делает... погоду. И все вот эти удары по частям тела, где кожа особенно нежна, как на лице, они более болезненны, чем в сухую погоду. Здесь пытался Лушников на Нечушкина мяч прокинуть, но прокинуть получилось, а вот точно нет. И удар от ворот Евгений Костенко никуда спешить не будет. Давно я его не видел в воротах Интера. Он был, прибывал, приезжал, когда у Интера аж 4 голкипера было.
Филимонов, а или три, наверное, все-таки Полякова не было, а были Филимонов, Батыгин и, Костенко, но играл тогда Филимонов, и Поляков играл недавно, но вот Костенко давненько, я в воротах не видел, может быть, просто потому что не все матчи Интера смотрю, но в любом случае Евгений голкипер очень высокого уровня, и в принципе у Интера все вратари очень хороши. А вместо Мичушкина в игру вступает Вадим Пронкин. Отыграл во втором тайме 7 минут. Сергей никак себя проявить ему не удалось. И Александр Куненко его меняет. Угловой зарабатывает Интер. Будет его Вадим Евсеев подавать. Вообще интересно, сколько у Евсеева в этом сезоне баллов за результативность. Сейчас посмотрю. А здесь еще один угловой. Такое ощущение, что Евсеев крутил в ближний угол. Сейчас низом на Калинина играет. Получает обратно. И, по-моему, бьет со острого угла и зарабатывает теперь аут. Ну, Евсеева всего третья игра в этом сезоне. И... очков пока не набирал, он играл с Меккой 18 декабря, 12-5 тогда Интер победил. Играл с Легионом на следующей неделе, 5-1 Интер победил, и Евсеев, хоть очков не набрал, очень полезно играл, хорошо смотрелся. Ну и вот его третий матч в нынешнем сезоне. И, наконец, он у нас 3 атаки. Оказывается, что с Легионом он играл в обороне, поднимаясь до опорной зоны. Гумбердиев здесь обыгрался всем с Антиповым, но... Не прошел мяч здесь к седьмому номеру. Костенко выскочил из ворот и свой же игрок в него врезался. Больно. Евгению Юрий Тихомиров постановил игру и будет спорный мяч. Глядя на заявку Интера, конечно, обращает на себя внимание большое количество известных футболистов. Тут и Дмитрий Парфенов, и упоминавшийся уже Алексей Поляков, и также упоминавшийся Александр Филимонов. Не упоминался... Другой игрок, Георгий Тамазович Джики, 23-летний защитник, которому тяжело было в начале сезона играть, потому что он в Перми находился, выступая за Амкар. А теперь перешел в Спартак. Московский, вот один матч у него есть, кстати, в этом сезоне. 19 февраля был в Москве Георгий Джики и со штурмом принял участие в игре. За Интер перекладина! Гамбердиев, там, по-моему, небольшой рикошетец был. И мяч... дезориентировав Костенко в перекладину, ударился так смачно. А сейчас штрафной зарабатывает Юрий Татаркин. Грамотно подставился. Футболисты Интера, в первую очередь, Алексей Мишин, которому зафиксирован этот фол, не согласны. И такое было бурное возмущение. Но еще бы. Точка шикарная. А в Неве с двух ног здорово исполняет удары штрафные. Причем с левой-то может не только Павел Котов ударить, а и установивший сейчас мяч Никита Сергеев. Между прочим. Еще Дмитрий Лушников подходит, но он бить не будет. Ну, либо Котов, либо Сергеев, они сейчас решают, как и что будут делать. Оба забивали со штрафных в этом сезоне. Ну, Сергеев, например, после откидки мяча, после паса с Легионом забивал. А Павел Котов прямым ударом беде забил совсем недавно. Гол красавец, а и бьет Сергеев! И Костенко тащит из угла. Но вот стандарты, это то, чем Нева может перевернуть эту игру, наверное. Чем... чем она может противостоять Интеру. Не стал Таркин разыгрывать с открывшимся под него Лушниковым сейчас. Сделал подачу, до удара дело не дошло, но мяч у Невы. И ждет арбитр, когда замена произойдет. Денис Калинин поле покинет, Артак Григорян вернется в игру. У него еще 20 минут есть примерно, чтобы отличиться в этом матче, чтобы забить свой второй гол против... топ-соперников по серии. И третий гол топ-соперникам в сезоне, если учитывать еще матчи Лиги Чемпионов. Вот Григорян сейчас помог своей команде отвоевать мяч, но тут же потеря, но Пронкин... жестковато сыграл против Шестакова, и может он не возмущаться, потому что, ну, если до этого, например, Юрий Тихомиров дал фол на
Татаркине, то здесь надо было давать. А там-то был опасный штрафной удар, а здесь просто штрафной в центре поля. Гамбердиев, 3 в 2, атака, сам будет бить, нет, отдает класс на Лушникова, а тут лишний пас, нет, по уму все было сделано на Пронкина, но там нахуй все прочитал, и просто тяжело было по такому полю, а почему не попробовать было ударить сейчас Пронкина, тем более он нападающий. Бьет сейчас Лушников, с левой ноги. Мяч летел плотно, но высоковато. Сань, толкай! Садись, блядь! Нет, не Сань, не садись, просит! Иди сюда, уже взял, не садись! Подсказывает Зур Закарьяев здесь от раздевалки. Он уже переоделся, по-моему. Понял, что не выйдет он сегодня на поле. Может быть, Александр Куненко не стал выпускать, чтобы не намок свой день рождения Заур, потому что, ну... Те, кто играют, конечно, по уши в воде, в том числе вратари, которым прыгать приходится. Вот в штрафной, где сейчас Евгений Костенко, располагается там, что очень мокро, в вратарской даже. Ну и в штрафной тоже. Григорян вынужден, видите, как глубоко опускаться за мячом. Ставит корпус, это он умеет, но что дальше? Дальше фол зарабатывает Артак. Полезное действие, безусловно, мяч у Интера, и Нахушев может лицом к чужим воротам начать атаку. И на Евсеева хорошая передача, но подвело поле Вадима, упал он, поскользнулся, и будет удар от ворот. Шестаков на перехвате. Если Интер третий забьет, конечно, у него шансов почти не останется. А сейчас перспективная атака для того, чтобы увеличить преимущество. И у Шестакова не получается удар, но гол-то все равно будет, потому что там Руслан Нахушев оказался в нужное время в нужном месте. И третий мяч дослал уже, ну, по сути, пустые ворота на исходе практически 44-й минуты. Со счетом 3-0 теперь ведет Интер. И отыграться, конечно, будет очень тяжело команде Александра Акуненко. Почти нереально. Нева не так плохо действует, но, конечно, с самого начала все пошло не по ее сценарию. Ну и надо отметить, что Интер сегодня выглядит сильнее. Хорошо, сейчас разбирается Артем Ковалев. Отдает Шестакову. Тут длинный заброс вперед Григоряну. У того спица не получилось, но это все не проблема для Интера сейчас. Можно и откатываться, и играть на контратаках, тем более, что вот уже гол в контратаке Интер забил. Ну, а Нева вынуждена играть первым номером, у нее не очень это получается, хотя старания не занимать у команды. Вот если Интер будет помогать, то шанс станет больше у бело-черных. Григорян... Нахушев пяткой сам себе, наверное, при другом счете... При менее крупном он бы так играть не стал. А сейчас может себе позволить. А здесь еще, видите, поле за Интер играет. Теперь передача Артема Антипова остановила Лужа. Вынудили прессингом футболиста Невы все-таки Артема Ковалева мяч выбить в аут, но тут же сами потеряли. И вот Григорян сразу против двух защитников, но он получил уже мяч, подкат Сергеева и еще и отворот. Совсем не получилось. Григорян момент, он считает, что ошибся здесь арбитр, не понимает, как можно было здесь назначить удар от ворота не угловой. Я судить не возьмусь, потому что слишком далеко это было, чтобы увидеть, и корпусом своим футболисты, корпусами закрыли обзор здесь. Но было похоже, что на самом деле от Григоряна мяч ушел.
не появляется по-прежнему и Шутин, и Соколов на поле. И начинаются первые неприятные разговоры. Предложение перестать разговаривать, ну, немножко по-другому, с обращением. И от Дмитрия Лушникова исходило, по-моему, в адрес Артема Ковалева. И Юрий Тихомиров обратил внимание на недопустимость подобных высказываний. Ну и надо сказать, что не закипели страсти. Вот сейчас большинство может быть в атаке у Интера, но... Сначала у Невы могло быть большинство в атаке, затем у Интера примерно ровное количество в быстрой атаке атакующих и защитников, но Интер вскрывает оборону, и Григорян не забивает. Не забивает, плохих сыграл здорово. Атака оранжевых продолжается. Здесь уже Александр Гамбердиев пытался помочь защитникам в отборе, ну и помог, он заработал штрафной удар. Ну и в комментариях у нас в трансляции как раз Артака Григоряна. Ну, наверное, с моей легкой руки в основном обсуждают зрители. Комментарии можно оставлять на YouTube с моего аккаунта. Там справа есть чат. Досталось Игорю Шестакову, и там видел, что опасно сыграл Лушников, видел это Тихомиров. Но мяч у Интера был, поэтому атаку дал Тихомиров провести. Ну и Шестакову досталось опять то же самое место, только теперь не мячом, а буцей. Ну или шиповкой. Буцей, наверное, было бы совсем больно, но все-таки в буцах, по-моему, никто здесь не играет сейчас. Все в шиповках действуют. Ну, тут такие футболисты собраны, что они зачастую, и когда поле будет уже в своем лучшем состоянии, играть в шиповках. Более опытные футболисты именно так предпочитают. Пытается Нева как-то изменить игру, но, по-моему, сама не верит в то, что это возможно. Интер наберет сегодня, я думаю, 3 очка. И чуть-чуть приблизится к лидерам. Чуть-чуть приблизится, учитывая потерю Терминатора в вчерашнем матче с ЦДК. Ну и потерю ЦДК, соответственно, в вчерашнем матче с Терминатором. Ну вот еще шанс как-то изменить игру. Алексей Мишин свалил на Дмитрия Лушникова. И Павел Котов, не удержусь в очередной раз по внешности от сравнения с Конором Макгрегором. Павел Котов сейчас будет бить. Бить с левой по мячу не хуже, чем ирландец бьет соперников своих в смешанных единоборствах. Створ удар, но здесь четко играет Владимир Колесников, играющий тренер Интера. Ну и все-таки с бедой, примерно с той же точки бил Котов, но он бил гораздо сильнее и точнее. Все-таки мяч девятка пришел, а здесь и лужа опять мешает Юрию Татаркину. Правда, я не уверен, что не случилось на пути мяча лужи, что дошел до Татаркина мяч. Там Руслан Нахушев был готов сыграть. В итоге мяч пришел к Татаркину, до Нахушева не докатился, но и Татаркину он неудобно. Татаркину он неудобно достался. Ну и невысок темп игры, это надо отметить. Но все-таки вот тот гол, который Станислав Плохих, наверное, можно сказать, организовал свои ворота в начале игры, он
влияет очень серьезно. Ну и зрителям нашим, да, подскажу. Да, действительно, в Северной Лиге есть и команда «Терминатор». Нас смотрят не только завсегдатаи наших трансляций, не только те, кто действительно любит любительскую футбольную лигу и футбол 8 на 8. Есть, да, команда «Терминатор» на севере. Да вообще много разных команд. Вы знаете, для тех специально, кто как раз не очень знаком с ЛФЛ, тут каких только названий не встретишь. Не все, конечно, в высших дивизионах. Сейчас после этого момента Мишин надо забивать. Безусловно, Интеру мудрят. Но Григорян свой гол забьет или нет? Сегодня мешают они друг другу с Мишиным. Ну, вакханалию просто устроили. Футболисты Интера в штрафной. Липаткин на Колесникова. Перемудрили. Опять же, при другом счете так бы Интер играть не стал. Ну, а вот говоря о ФК-терминаторе, да, как бы кому смешно это название не звучало, на самом деле достаточно амбициозное. И команда амбициозная была и чемпионом Севера, и сейчас лидирует в чемпионате. А футболисты, которые там играют, если вы за премьер-лигой российской следите, то вы как минимум несколько из этих имен услышите. Давайте после этого момента у Нечушкина заблокировали. Так вот, Роман Канцедалов недавно перешел в «Терминатор». Денис Ковба играет с этого сезона. Ливани Гвазава играет за «Терминатор». Дмитрий Мечков еще по ходу прошлого сезона оказался в составе «Терминатора». Ну, вот здесь за «Интер» сейчас Руслан Акшев и Вадим Евсеев играют. Про Филимонова, Полякова и Парфенова я уже говорил. Ну, и другие имена есть. Евгений Алдонин в ЦДК. Там же Андрей Коряка, ну, который по понятным причинам, поскольку он является вторым тренером пермского «Амкара», играет нечасто, но он, когда приезжает, играет очень метко. Григорян один в один против Сергеева. Тут подождал партнера, подал Игорю Шестакову, а тут слабовато. Играет до Колесникова мяч. Дойдет, потому что Артем Антипов не справился здесь с Поляной. И угловой зарабатывает Интер. Ну, а если говорить о названиях команд, нет-нет, ФК Рэмбо, ФК Рыбакопа в ЛПЛ Москвы нет, зато есть очень много других. ЛПЛ же делится на округа, 8 округов, нет, все-таки не угловой, а удар от ворот назначает. Юрий Тихомиров подумал, по-моему, и передумал, поменял решение. Так вот, чемпионат проводится в Северном округе, Южном, Западном, Восточном и в смежных. Северо-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный, Юго-Восточный. Так вот, там есть высшие дивизионы, первые, вторые, и четвертые, а третьих и вторых там в разных округах там есть несколько групп, например, на севере две группы во втором дивизионе, шесть групп в третьем. В общем, команд очень много, и названия существуют различные. Шальная императрица, братья Гапс, такие есть команды. Это то, что вот сейчас я просто по памяти называю. Сейчас я даже открою специально сайт, чтобы никого не пропустить. Что интересного есть у нас на севере? ФК «Гепардс» тоже, в принципе, достаточно забавное, наверное, название. Хотя мы уже здесь все давно привыкли. Команда выступает на севере достаточно давно. И в том году чуть выше дивизион не пополнила. Войка КЛВ. Вроде бы не смешное, да, название, если не знать, как расшифровывается. Войка КЛВ одна из старейших команд. Уже больше 15 лет существует. Так вот, КЛВ — это в изначальной трактовке клуб любителей выпить, если что. МЗКП играет в высшем дивизионе Северной Лиги. Расшифровывается название «Мы знаем, как победить». Сейчас пытаюсь ничего не пропустить еще у нас на севере здесь, а потом и к другим округам обращусь обязательно, потому что действительно названий очень много разных, забавных, веселых. А пока Артак Григорян забивает таки свой второй гол в ворота топ-команд в этом сезоне в чемпионате высшего дивизиона Северной Лиги. И всего 32-й свой гол в чемпионате забивает Артак Григорян. Пока он отстает от лидера списка бомбардиров, а им является Виталий Гурцкая из футбольного клуба «Азимут», капитан команды этой. И у Гурцкая сейчас... А, кстати, 32 гола тоже, и Григорян Гурцкая догнал, учитывая, что «Азимут» не играет, потому что снялся уже с чемпионата Тембанк, был снят после третьей неявки и второй подряд. Так вот, поскольку не играть «Азимуту», Виталий Гурцкая свой бомбардирский счет пополнить не сможет. И Артак Григорян его догнал. Ну, опять же, Виталий Гурцкая забивает ворота всех команд без исключения. С другой стороны,
Артем Григорян, по-моему, не бьет пенальти. В Интере Интер вообще с пенальти не дружит. В этом сезоне много не забили. Ну, а сейчас Артем Ковалев как раз вместо Григоряна вышел, так что, скорее всего, будет паритет у него с Гурцкая после этого тура. Ну, а я возвращаюсь к забавному занятию, которое я уже начал. Команда «Бегемота» играет, например, на севере. Тоже, кстати, достаточно давно. «Алло, Гараж» второй сезон играет. И в этом году наверняка из третьей лиги во вторую перейдет. Потому что «Алло, Гараж» минувший кент свое первое поражение в сезоне потерпел после 20 побед в третьей лиге, между прочим. И это последняя была команда на севере, которая не побеждала во всех дивизионах, если смотреть. Ядреный вождь, конечно, но это не совсем футбольное название, а изначально хоккейный любительский клуб так называется. А футбольный клуб Ядреный вождь в его структуру вошел и с прошлого сезона выступает в Северной лиге ЛФЛ. Ну вот по северу самое забавное название я вам зачитал. Ну что, забьет Нева или нет? Даже так не получается у Сергея Нечушкина отправить мяч у ворота. И снова Евгений Костенко, который все ближе и ближе к сухой игре забирает мяч. Надо сказать, что в темпе немножко добавили команды ближе к концу игры, как-то в охотку хоть стали действовать. Нева, смирившись с поражением, по крайней мере, решила просто в футбол поиграть в удовольствие, а не в перекат мяча вокруг выстроившихся у своих ворот Интера с риском до контратак. Ну и вот теперь до ударов стал дело доводить. Сейчас издали Артем Антипов приложился, в створ не попал, но уже хоть какой-то плюс в данном действии, конечно, был. Камакарена играет в третьем дивизионе западной лиги. Неплохое название. Думаю, что зрителям нашим понравится. Интер еще и в прессинг идет. Григорян, кстати, вернулся на поле. Хочет стать единоличным лидером списка бомбардиров «Артак». Но тут Никита Сергеев очень хладнокровно разбирается. Правда, Нева уже к своим воротам почти пришла. С этим контролем мяча под прессингом Интера. Но в итоге Мишин палит на Сергееве. И еще и, по-моему, голеностоп подвернул 12-й номер Невы. И здесь Нева быстро разыграла. Если бы не было фола, в итоге Сергеев не смог бы участвовать в отборе. И опаснейший выпад получился бы у Интера. Ну вот, Нечушкин, надо забивать, и все-таки забивает. Забивает Сергей Нечушкин. Гол престижа в этом матче. Разыграла Нева весьма неплохо. И на 59-й минуте хотя бы от сухого поражения уйти смогла. Нечушкин лишь четвертый в этом сезоне бомбардир Невы. Для него это, конечно, плохой результат. Он лишь 7-й свой мяч забил в чемпионате. 9 у Заикина, который сегодня отсутствует. И 13 у Пронкина, 19 у Гамбердиева. А матч тем временем закончен. Юрий Тихомиров дал финальный свисток. Напомню, как развивались события. Алексей Мишин на первой минуте открыл счет. Ну, там, правда, можно и автогол, если не слава плохих, записать. На 30-й минуте Денис Калинин сделал счет 2-0. Руслан Нахушев на 44-й забил третий мяч. Артак Григорян на 56-й минуте четвертый гол. И Сергей Нечушкин гол престижа за несколько секунд до конца игры. Для вас работал комментатор Александр Седов. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания и до новых встреч в эфире.